хорошо поспали? Да, 9 часов. Где самолет этот? Ну где-то же рядом, а я не вижу его. За горами, видимо, где-то. Вон он. Пролетел. Ага. Это он скинул там, где надо. Нам. Получается. А, не, далеко. Короче, план такой. Идем вниз, берем доп. Задания. Делать их не делаем. Бежим дальше. Вот так. А зомби здесь откуда? А это уже все небезопасная зона-то. Нам, похоже, на дорогу надо выбираться, так проще будет. Опасней, но проще, чем плавать. Что такое? Rise has promised me 2 crates, Brecken. 2 crates. I'm doing this shit as fast as I can, I swear. Just hurry, please! Да. Угу, подставил он их, конечно. Шикарно. Побежали? А, да. Я вот все равно, конечно, не понимаю, зачем он уничтожил ящики. Он к этому мог бы прийти и сам. По идее там. Вопрос в том, что он. Вот если бы он их спрятал, он бы просто вот сейчас бы взял и сказал, что он забрал у Райса, да? Ты куда? Пошла. Я нам тут... не туда, нам в другую сторону. Ай. Ну-ка, отстань от меня. Перепрыгиваем. Дело в том, что я не верю этому Райсу. Я почему-то боюсь, что думаю, что сейчас. Он нас скинет, да. И теперь у нас этого анетизина вообще не будет. Да. Я, конечно, надеюсь, что не кинет, но не знаю. Торговец. А, задание, понятно. У меня тут ничего интересного нет. Давай спрашаем, чем бегу. Помочь. Инструмент какой-то, видимо, достать надо. Any guess how those infected got through the fence? Аня. I know exactly how they got in. That masked nut job soared through the husk. Who are you talking about? They call him Gas Mask Man. He lives outside. He's crazy in the head. So he wears a gas mask all the time. Like it's going to protect him. And you're sure it was him? One of the guards saw him cut the husk and run off. Someone's got to do something about that guy. Нифига себе. 5000 опыта и этот чемпион. Ага. А далеко он? Я вот тоже хотел спросить, далеко он? Фига, далеко. Не пойдем. Ну как далеко? Карта не такая большая, конечно. Поэтому относительно. Но я думаю, что нафиг. Нафиг. Mm-hmm. То мы сейчас просто здесь забегаемся, конечно, с этими заданиями. Что происходит? Давай спросим. Тут. What's the matter? That brute Harun threw my sister Ida out of the village. She's a widow with 2 children, Yasmina and Jamil. They snuck under the fence to go after their mother. Yasmina came back yesterday, but Ida and Jamil are still out there. Please, can you find my sister and nephew and bring them back? I'll do what I can. Where's the girl? In my house. She's hiding from Harun. She thinks he'll throw her out too. Maybe I'll talk to Harun. А зачем они в дом
ломится. Взлом нормально. Угу. Че, взломаешь? Да. Давай. А травку у вас тут нельзя? Почему травку нельзя? Я просто не очень поняла, при чем тут дом, ну, слушая то, что они говорят. Ну, там какой-то черт этот Гарун выгнал почему-то их. Девочка прячется, а Гарун ее может выгнать. Шикарно. И что? Я не знаю. Никого нет здесь. О, well, you'd better go find him. Угу, понятно. Ого! Ну, это нифига он, типа, везде, где может быть. Harun. If a toothache was a man, it would be Harun. If you see him, could you push him into a hole? А я в туалете. В яму поглубже сбрось его. Его тут явно не любят. Да. Где в туалете? А, это? Ну да. Ну, кричи, если найдешь. Ну, вместе давай бегать как-то. Вот. Наверное. Ясмина? Hey, I want to help your mom. Can you talk to me? Your mom's in danger. I need to find her. She's gone. She was beaten. Harun says you can't be here once you've been beaten. I'm going to get her to a place that has medicine. They won't make her leave. Now, can you tell me what happened to you and your brother? Me and Jamil went under the fence to find our mom. It took a while, but we found her at the houses behind the tunnel. Only there was a biter there. He beat me. And my mom hit him on the head. You were bitten? Only a little. I tried to get away. What did your mom do? She put us in a house, and then she went to look for medicine. When she came back, she told Jamil to wait there, and then she took me to the man. Did he give you medicine? Yes. He said we would both need more, but that me and my mom could stay in his basement as his puppets. I don't know what he meant, but my mom got scared and hit him, and told me to run. So I did. It's all right, Yasmina. I'll find her. Where does the man live? I'm not sure. It's a house with hammers and axes. And where's your brother? Jamil is hiding in the house with the red flowers. You're a brave girl, Yasmina, but I need you to stay here a little longer, okay? And keep away from Harun until I get back. Can you do that? You're really going to find my brother and mom? Yeah, you bet I will. Thank you, mister. Страсти какие. Угу. Бедный ребенок. Хорошо, Гарун. Этот. Гарун. They defined Harun. Nobody likes Harun. But if you ask me, he's the only one who knows what needs to be done. You can't be tough and be popular, right? You see what I'm saying? Понятно, местный этот. Управляющий. Типа дам. Что-то здесь было. Mm-hmm. И ничего открыть нельзя. Так, вот слева и вон туда. Давай сюда. Do you know where Harun is? I saw Harun earlier. He was telling Gerso that we should surround the village with tiger traps. I don't think that's a good idea. Вот это здоровый, что ли? Да вот нет. Этот, наверное. Yeah, most likely he's under the bridge. That is where most trolls reside. Eating fish heads, perhaps. Да ладно. Тролли? Под тем мостом, где мы были? Да ладно. Да, точно, похоже там. Не, ну здесь доплыть-то недолго. Если, конечно, наверх не придется лезть. Я надеюсь, что не придется. Ты уже там? Ну, плыву. По-моему, я поспешил. Ну, не факт. Ну да, вот он сидит. Здоровый. Алло. Harun? Can't you see I'm busy? Why'd you force that woman to leave the village? You mean Ida? She's infected. All infected gotta go outside.
that Gersel's rule? Some people don't want to make the tough calls around here. Well, I did. If Ida didn't want to get thrown out, she shouldn't have let herself get bit. Tough luck. Bad break. What about her kids? What about them? There's no answers in around here. I was doing them a favor so they wouldn't have to watch us hacking up their mum when she turns into a fucking monster. I'm starting not to like you. Hey, I'm not looking for trouble. You seem like a good guy. Have a nice day, okay? Не, ну, как бы, их-то тоже, да, можно понять. Я понимаю логику, которую он следует, скажем так. Угу. Че ты тут разговариваешь? Тут нет лекарства просто, как бы она превратится действительно, и потом... Всех что, перекусает. Что делать, да. Далеко, интересно, этот дом? Ну вообще близко и по пути. Да уйди ты! Не протиснуться. Такой широкий. Широкий, да. О. Широкой души человек. Кость широкая. Почему я устал так быстро? По-моему, тут можно запрыгнуть. Где? Вот куда ты пошел. Да, можно. Тут просто козырьки такие. Да-да-да, специально. А вот почему здесь не лезет? Не понимаю. У меня тоже не лезет. Почему-то. Ух, зацепился. Куда-то мы опять влезли. Я тебя прямо завожу вечно, куда не надо. Мы опять куда-то залезли. Извините. Судя по всему, да, там вон трава, вижу, растет какая-то. Женщина. До свидания, женщина. Бывшая женщина. Ядовитые лишайники. Да вроде ничего такого. Вроде ничего такого. Я думаю, что это не такое уж прям какое-то особенное место. Хотя посмотреть стоит. Бункер какой-то. Здесь можно дом освободить. А, о, давай. Освободим. Это, наверное, то место, в которое мы пытались когда-то давно забраться. Да-да-да, вон красным горит. Груз упал, кстати. Ну, фиг с ним, он далеко так не пойдут туда. А, уже все, груз отобрали. Ах ты гад! А где этот кислотный, я не понял. Убежал. Офигеть. Догнал его? Да, догнал. И добавил. Все? Все. А где тут закрыть-то? Сейчас разберемся там внутри, скорее всего. Сюда зайти, наверное, и здесь что-то закрыть. Меня подтормозило немножко. А, нет, еще выше. Выше, выше, вот сюда куда-то. Ой, тут большой, похоже. Тут башня. Ага, большой. Сейчас тогда давай мелкого. Сзади, аккуратно. Сейчас переключусь, горючей жидкости его. Да. Все? Все. Быстро. Классно. Не, ну это нормально. А, ты откуда взялась? Да, гадость. Прям в воздухе появились.
О, бесплатно починилось. Супер. Иди отсюда. Безопасная зона наверху, что ли? Стоп, у нас здесь задание какое-то. А какое здесь задание? Я не помню, чтоб нам давали что-то. Ага, это надо еще туда забраться, чтобы что-то включить. Получается. Ладно. Что мы опять нашли? Я не знаю, я не виноват. Включить электричество, да. Но здесь вроде пока просто забираться. Было просто. Нет, пока просто. По лестнице. Сумка и кроватка тут. Электричество где-то еще выше. А как там? Что-то я не туда полезу, похоже. Там лесенки есть. Прям маленькие такие, удобные. Мне надо было изнутри, а я снаружи полезла, понятно. Это классно. Лампа. Похоже, я дошел. Да, дошел. А выше, наверное, флаг, как обычно. Клево. Я не знаю. Там флаг, да, был? Я пока не знаю, что здесь. Я вот... Я думаю, ты не успеешь. Ну, я никак уже не успею. Да, здесь флаг. Да не важно, сейчас посмотрим, куда меня поставят. Здесь поставят. Вы мертвы. Верните мои 320 очков. По лестнице можно нормально слезать. А вот... Ну да, здесь поставили. Только внизу. В других местах почему нельзя нормально слезать? Почему не сделали? Ура! Осторожно, бери флаг. Вот, а потом отходи и дай самоубийце. Самоубийца. Да, сделать самоубийство. А я смотрю, на мост-то можно и не залазить прямо совсем уж сверху. Ну, снизу. Можно было бы вот отсюда, например, зайти. Куда? Мост, видишь, где? То есть на мост-то можно было бы залезть и отсюда. Так, а я тебе говорила, что это мост, можно было с другой стороны зайти. Ладно, я полетел, надеюсь, попаду. А что там, прям мусорка, да? Там мусорка. Может, подойти поближе, посмотреть, грохнуть я или нет. Ну давай. И я типа орел. Жив! Фу, такой герой мой. Ты там меня собери, если что, я сейчас тоже грохнусь. Давай. Давай вместо ястреба там или орла. Я так не умею. Я тебе покричала немножко, не похоже было? Ну ладно. Ты куда-то... Сейчас я тебя там соберу, подожди. Все скрутил. Сшил, скрутил. Сложил. Все как надо. Нормально мне там все приложил, куда нужно? Ну, вроде нормально. Рука к руке, нога к ноге. Ну, ладно. Так, в итоге-то что нам нужно было? Свет ты там врубил? Да, все врубили. Вообще, зачем мы это делали, непонятно, но было прикольно. А вот еще эти пакеты. Да, здесь можно было с любой стороны, видимо, упасть. Ну, почти. Ой. Ладно, пошли. По заданию, по этому маленькому сделаем. Я думаю, оно недолгое. А мы куда? Девочки, помогать! Ух. Ух ты. Ты туда перепрыгнул? Ну да. Вот офигеть. Вот прямо отсюда. А,
Стрёмно, да, было? Да. Угу. У меня аж... Слышь? Кричит. Да. Похоже, она превратилась, что ли? Подожди, нет, это где-то в другом месте. Там, или нет? Где-то вот тут. Да где вы, черт возьми? Я через верх прошла. Вот, а ты нашла, смотри. Спасла? Пока я не знаю, я вот это вот, шкаф, вот, сюда ломилась. Мужик так, какой-то. Ну, короче, не успели мы мужика спасти. Он шкаф. А-а-а. Награда за верюга. А мне наличные. Он сюда в шкаф ломился просто. Понятно. А взламываешь уже. Mm-hmm. Да нет, тут не надо ломать. Но это женщина кричала, я хочу заметить. Это не этот мужик кричал. Это мы все-таки, наверное, сюжетные звуки какие-то слышали. А вот еще метка какая-то же. Вообще непонятная белая метка. Что это такое? Проверьте, что происходит в квартире. Давай проверим. Скатился вниз. Тоже взлом. Сейчас. Игра, конечно, насыщена событиями такими вот рандомными. Это, ну, на мой взгляд, это хорошо. Пользователь вышел из сети Steam, доступны игровые режимы, локальная сеть и одиночная игра. Кто у нас вышел? Steam упал, но да фиг бы с ним. Ну, мы перестраховались в этом. Да, плане, мы не через Steam играем. Ха-ха. Ай. Мы не стали через. Так, а куда? Я не понял. Вот, наверху используйте F, чтобы открыть люк. Давай. Использовать. А. Еще люк. Куда мы идем опять? Я не знаю. Сейчас, чтобы такое. Фонарь возьму. Никого не вижу. Ожидание других игроков для продолжения. Тут я, тут. Куда подойти? Я не знаю пока. А вот еще F. Ага. Сейчас давай холодильник посмотрим. Алкоголь, шоколадка. А, халва. Давай, открываем. Я никого не вижу. Мы куда-то ушли, не туда, получается. Вернулся, да? Да, тут батончик энергетический. Похоже, нам дверь какую-то надо было открыть, что ли. Сейчас найдем. Вот эту, видимо, дверь. Угу. Сюда просто подходи, что-то будет. Hey, open up in there. Who are you? Crane from the tower. I heard a woman screaming. Yeah, it's my wife. She's giving birth. Oh shit. Is there anything I can do? We need alcohol to disinfect. Please help us. Alcohol? Что-то я ему не верю. И что? Ну, у нас же есть спирт. Yeah, I've got, I've got some alcohol. Thank you. Oh, this is gonna be a big help. But is that all you could find? It's not really enough. I'd go out myself, but I can't leave my wife now. Let me see if I can find some more. Он что-то врет. Да. Ну-ка, еще раз. Давай, у меня дофига его. I found some more. Yeah! Great, because we're going through it like water.
But, так, ну-ка, давай. Is that it? It's almost enough, but not quite. You must have a lot of germs in there. Oh, with this terrible plague, everything has to be clean. Spotless. I can't risk my newborn getting infected. We must have more alcohol. The disease is actually transferred from a bite that causes... Давай вход другой поищем. Что-то он, по-моему... А как? Или еще ему давать, что ли? Ну, давай еще раз дадим, я не знаю. Посмотрим. Ну, давай. I've got the alcohol. Everything okay in there? Oh, you got small? Yeah, here. Oh, cheers. Boy. Он уже пьян, да? Ага. I could let it go, but I don't think I'm going to. Вот, пора, взлом. Долго до него доходило. Мемняк такой. Ага. Открыл. Of course. Ну ладно, 5000 опыта. Статуэтку возьми. Я взял уже, ага. Тут шкаф еще, посмотри. Вот вы сволочи. Прикольно. Вы там как-нибудь договоритесь еще петь? Ага. Можно закрыть их? Изолировать от общества? Да они, по-моему, там сами изолировались неплохо. Ну да, забрались они хорошо. Хорошо, а дальше-то куда? Как? Через низ можно выйти там? Не-а. Где? Ауч. Куда? В какую сторону? На меня. На метку? На меня, да, на метку. Я прям прыгал. Да вылез, вылез на балкончик и прыгнул. Туда вылез прямо. Здесь хоть пониже. А, ну можно отсюда. Я не отсюда прыгнул. Молодец. Мы здесь, кстати, были уже. Прыгали. Открывайся. По машинам я бы не рекомендовал особо прыгать. Ой, все-таки. Может... Внимание привлекает много. А что-то я тут не забрала. А так. Где нам ее маму искать? Дом с красными цветами. Здесь ящик вскрываю. Какая ты? И не получается. Грохнулся. Очень удачно грохнулся. Прямо на это, на фанеры. Я слышу, они там что-то негодуют. Я тебя чуть это биты не залепила. Ничего, я бы не обиделся. За это можно. Здрасте. Ой, кто в меня пуляет? Не вижу. С какой стороны он кидает в меня? Слева где-то. Внизу где-то, да? Да, вон он. Нет, стоп, это не он, что ли? Там обычный. Там не плевательный. Вон он, серый, показывает, где-то тут. Ходит. По карте. Ну это обычный, это бегун. О, бежит к нам. А плюется, наверное, где-то с этой стороны. Да нет, не вижу. Странно. Тут силовой кабель и изолента. О, ну здрасте. Иди отсюда. Ловкий такой. Забрался даже. Мне вот интересно, с красным. С красными цветами. Это имеется в виду
именно цветы красные или цвет красный? Я не знаю. Потому что с красными цветами я вот дом вижу какой-то. Я тоже к нему пошла как раз. Внизу там с баллонами аккуратно. Тут кто-то ползает. Да, наверное, это он. Вот они, Red Flowers. Ты здесь, да? Где-то. Я слышу, но не вижу. Я внизу. К тебе зомби идет сзади. Ага. Именно про него я говорил. Ох, там все плохо. Похоже, мама все того. У меня тут наверху тоже двое было. А ты снизу пошел, да? Ну, как-то да. Где еще-то не вижу. Еще живой, что ли? Угу. Где она? В шкафу? Не пойму, что. Еще где-то кто-то? Наверху, еще выше. Да я, блин, не понимаю. Просто бежал. Торопилась. Ниже получается. Метка показывает. Так. Нашел? Нет. Обезопасить зону надо. Понятно. Так. Дальше что? Теперь, видимо, мне к тебе надо. Туда наверх. Вот теперь в шкаф. Help, Mom, help! Hang on, take it easy, take it easy. I won't hurt you. You're Jamil, right? Yes. Okay, I'm looking for your mom. Can you tell me where she is? Yasmina was bitten by one of those creatures. So Mom took her to a man that found a medicine that fell from the sky. She said his name was Salim. Do you know where Salim lives? In the tool shop. All right, now listen to me, Jamil. I'm going to go get your mom and come back for you. So you wait right here, okay? Okay, just come back soon. All right, we will. Don't worry. Закрыть его надо обратно. Угу. Не закрывается. Ну ладно. Мы зачистили все. Угу. Ну пипец. Ага. А я думал, это все, тут уже мама и так далее. Дышит где-то, слышу. Ай, далеко. Где эта мастерская? Вот же мы влипли. Ого! Ладно. Давай, наверное, потом тогда по этому квесту продолжим. Потому что, хотя, бросать не хочется вроде, да? Чё скажешь-то? Даже не знаю. У нас, видишь, там здание, черти что творится. В нашем. Ну, да. И тут черти что творится. Но нам ближе по нашему заданию, так что пойдем по нашему заданию. А уже оттуда будем потом смотреть. Так, эту метку поставил. Вот же дел по горло. Подожди, куда? А, я же не туда бегу-то. Ты не говоришь мне. А я за тобой бегу, я тебе доверяю. Ладно, беги за мной дальше. Ну здрасте. Ну здрасте. Ух ты, вас сколько там. Ай, что там происходит? А, там прилетела плюшка. Какая плюшка?
Там этот был. Этот, господи. Плюнул, короче, у меня. Ага. Плевун, во. Плюшка прилетела, говорит. Все? Нет? Ломик. А чего тут они? А, взлом трудно. Я взламываю. Ага. Где, кто? Ай, кусает. Не успела подбежать. Очень шустрый. Все, взломал. Бегут. Требовался пинок под зад, чтобы взломать. Гаденыш. Драгоценности. Такие быстрые они. Жуть просто. Угу. Ай, места нет. Поварской нож. Гаси. Электроника. Все, пойдем дальше. Общаются там, я смотрю. Бечевка? Нет. Мне не показали, что у меня. Ну, видимо, ничего. Крейн, how close are you? I don't know, about halfway back, I guess. Good. I need you to make a quick detour. Why? One of our patrols went off the grid somewhere near the market. How is that my problem? I'm making it your problem. See if you can find them, or don't bother coming back. Так, а нам надо сюда? Ну, нам же надо сначала лекарство притащить. Ну, мы сдаться хотели. Отдать эту лаванду дурацкую. 27 тысяч опыта. Плюс можно вот взять клинок, аптечку, домашний припас, изоленту, отмычку, пластик. Давай. Сдадимся. Hey, Crane. It's good to see you. Тимур. What happened here? It's so very sad. Слушай, надо сейчас пообщаться будет. Так, Тойгар. Lavender. Oh, I can smell it already. This is really going to raise our quality of life. Not as much as killing all the zombies would, but it's a start. Хорошо. То есть он заблокировал. Смотри, они заблокировали подъем. Угу. Ну, офигеть. Ну, я предлагаю продаться сначала, а потом уже... А с Блейком давай вот с этим пообщаемся, он давно горит. Мы вроде с ним общались, но почему-то опять загорелся. Бегу. Hey, have you seen that house with the red smoke pouring out of it? If Rise's people spot it, they're gonna come knocking on his door. Someone ought to warn him. I've got enough trouble right now, but I'll think about it. Из какого дома валит ну, красный там цвет? Был красный дым, да, я видел. Mm-hmm. Так, давай продадимся? Да, хорошо, давай продадимся. А потом будем уже дальше думать, куда бежать, что делать. Угу.